Евгений Абрамович помнит сотни песен на идише. Они из той жизни, в которой были стихи, прогулки, зрение и младший брат. Они вместе пережили войну, эвакуацию, уход матери. Но брат умер, и зрение пропало. Жизнь опустела. 5 лет назад Евгений Абрамович переехал в другой дом, а ему до сих пор не под силу разобрать коробки. Соцработник приносит еду, которую он ест неразогретой. Он все время теряет вещи, но не теряет чувства юмора и песни, которые некому петь. Так Евгений Абрамович и жил. А потом пришел апрель. И Люся, социальный координатор. Люся сделала то, что до нее никто не делал. Она осмотрелась. Не только внутри квартиры, но и вокруг. Вокруг были соцработники, участковый, терапевт. Они помогали Евгению Абрамовичу, но не видели его. Люся стала складывать пазл. Нашла старых друзей и знакомых, волонтеров. Составила план действий. От графика уборки и бритья до прогулок и походов на поэтические вечера. Вернулась горячая еда, необходимая помощь, разговоры, песни, встречи, стихи. У Люси хватает сил на многих. Но не на всех. Мы готовим таких, как Люся. Поддержите нашу программу подготовки социальных координаторов. Поддержите программу и оформите регулярное пожертвование на любую сумму. Это удобно и безопасно. И делается в 2 клика.